жить, но имеет дело к церкви. Приехал он издалека, но вот дело серьезное. Я попрошу брата Константина выйти сюда, сказать церкви, вот, ну, во-первых, кто он, ну и о деле, которого как бы он пришел сюда сделать. Шалом, братья и сестры. Наверное, уже догадываетесь, откуда я. Я с Израиля. Церковь Божья Любовь в городе Хайфа. Передаю вам сердечный привет. Я сюда приехал за таким вот очень важным делом. По вдохновению Господа со своей возлюбленной. Расскажу немножко о себе. Я являюсь членом церкви Божья Любовь в Хайфа уже 8-й год, проповедую, несу служение с молодежью. Вот. И живу в Израиле практически с рождения. Отец мой диакон, мама тоже занимается служением с детьми в церкви, еще также пою в хоре. Братья и сестры, я как бы дополню брата Константина, церковь, она сотрудничает со служением и братьев Совета Церкви, нашего братства. Очень хорошо как бы сотрудничает и с Евгением Петкевичем, и брат Борис Борисович Азаров беседовал, и я беседовал и с братом, ну, по вопросу как учения, служения, вообще подхода к исповеданию веры. Все хорошо, все благословенно, все подобно. Вот. Но вот дело-то серьезное. Дело серьезное, ну, зови. Верочка, письмо. Вот оно, серьезное дело-то какое. Для нас оно тоже дело серьезное. Сестра хорошая. Отдавай жалко. Вера, а ты согласна? Вот он говорит, да? Она согласна. Уговорил уже. Хорошо, ну вы постойте, вы сейчас помолитесь в заключение, мы помолимся. Но здесь еще есть одно служение для вас. Тут хористы приготовили что-то такое. Тоже серьезное. Может быть, это последняя, так сказать, попытка все-таки оставить свою сестру.